Всем здравствуйте, с вами Счастливая Улитка. Сегодня я целенаправленно пошла в Fix Price за чаем. Увидела его во всех остальных магазинах рядом, минимум по 48 рублей. И начнем с него. Я купила чай Принцесса Нури по 25 рублей, лесные ягоды 4 штуки. И чай Принцесса Нури с лимоном 2 штуки. Это последние, больше его там не было. Итого 6 штук. Этот мой поход можно назвать закупкой. Закупила печенье. На работе им перекусываю. Опять, почему-то в магазинах остальных даже со скидкой оно дороже. Топленое молоко за 16,60. И печенье юбилейное 2 штуки. Русский сахар тоже по 16 рублей 60 копеек. Почти через месяц день рождения, но тарелочки понравились. На работе традиция проставляться пиццей. На таких тарелочках кушать должно быть вкуснее и красивее. По 12 штук упаковки. Упаковка 49 рублей. Стаканчики под цвет тарелочек 20 штук в упаковке за 50 рублей. Термокружку купила в машину. 50 рублей. Фейри по 55 рублей. В магазинах он у нас только по 80-90. Купила 2 штуки. И последняя покупка – это наклейки. Все же счастливая улитка. Ракушки прям в тему. Всем спасибо за внимание. С вами была Счастливая Улитка. До свидания.